Ну что, трепусики, доброе утро. Калуга, бандиты, жилетовские мои, доброе утро. Пожрем на камеру мой завтрак. Я сколько раз повторяю, мой завтрак и обед для толстых, для полных. Кто сидит на диете, меня не смотрите, и кто худые. Погнали трапезу. Ребят, соскучилась по хлебу. Но это не хлеб, это. Булочка. Ну, соскучилась. Бесподобно. Еда – это чудо. Трипусики, поставьте мне лайки. Ну, кому трудно, можно дизы поставить. Они тоже канал продвигают. Я сейчас позавтракаю. Обедать не буду, ребят. Так как у меня 5 часов алкострим. Сегодня пятницу, ничего не буду делать. Сейчас поем и лягу, как всегда. Ой, как вкусно. Каша вообще вкусная. Я стакан воды натощак выпил. Ну, я вам сколько раз говорю, я воду пью. Натощак выпила и натощак съела одно яблоко зеленое. Ну, почистила, съела. И это правда. У меня с утра голова болела, сейчас не болит. Но я вычитала, что если каждое утро есть натощак яблоко зеленое, голова ничего не будет болеть. Ну, на самом деле. Ой, девки, как я соскучилась, девки. Кто бы знал бы. По булке. Вот так берем. Я просто смотрю, не знаю, вот так вот. О, яйцо. Мало сварила.
Вот она шипит. Ну, а что делать, ребят? Лимон взяла, сейчас лимон порежу без сахара и водой залью и буду пить. Чеснок. Ой, девки. Девки, я сало объелась. Вон рвалась. Домашнее сало, ребят. Это не магазинное. Домашнее сало, это вообще вкусно. Теперь так, что ей надо делать-то? Вот так мажем. Вот так. И вот так. Откроется рот. Вообще вкусно. А что невкусно масло? Масло белорусское. Я люблю белорусское масло. Оно вкусное, девки. Как-то раньше брала давно тоже белорусскую гущенку. Тоже вкусная. Так берешь, оп, потом оп, а потом рот открываем. Лайки поставим мне. Кто на диете, меня не смотрите, ребят. И худые, только жирные меня смотрите. Толстые и жирные меня смотрите. Еда для толстых. Угу. Это касается мужикам и бабам. Угу. Ребята, я как смотрю на это, витамин пить надо, мне даже это... Ну, конечно, булку-то я сразу не съем. Свинья. Сейчас подмести надо. Угу. Три татушки. Сейчас попробуем. Ребят, вкусные. Вообще вкусные.
Еще зимы нет, а хурма уже. Какая вкусная. Как я этот витамин пить буду, не знаю. Еще не остыл. Пускай попрохладнее. Ладно, спасибо, ребят. Мои телепузики. Поставьте Ольге Валерьевне свои лайки. Приходите в 5 часов, будет толкострим. Буду танцевать вам. Пиво буду пить. Ну а что? Кошельки готовьте.